Компактная мультиварка с 11 программами для приготовления вкусных и полезных блюд. Сегодня знакомимся с мультиваркой от производителя Supra, модель MCS-4114. Вместе с ней в комплект входят чаша, контейнер для приготовления на пару, мерный стакан, ложка для перемешивания, шнур питания, инструкция и гарантийный талон. Мультиварка довольно компактная, всего 26 см в ширину и 30 в высоту. Такая не займет много места даже на маленькой кухне. Сверху у нее крышка со смотровым окошком, ручкой и кнопкой. И клапан выхода пара. Спереди панель управления с дисплеем. Сбоку расположен контейнер для сбора конденсата, а в нижней части разъем для подключения сетевого шнура. На внутренней стороне крышки паровой клапан и уплотнительное кольцо. Объем чаши 5 литров. На ней есть мерная шкала, чтобы было удобно следить за количеством ингредиентов. Перейдем к панели управления. По периметру дисплея мы видим 11 индикаторов программ. Они же 5 кнопок. Старт, подогрев, отмена, отложенный старт, меню и время. На самом дисплее можно выбрать программу и следить за временем приготовления или временем отложенного старта. У этой мультиварки 11 программ приготовления. В ней легко приготовить суп, рис, каши, выпечку, йогурт, пожарить или потушить мясо. А благодаря антипригарному покрытию в мультиварке можно готовить практически без масла, что сделает блюда полезными или даже диетическими. Также в комплекте есть контейнер-пароварка, в котором можно приготовить рыбу или овощи на пару. Для большинства программ можно изменять время приготовления. Для этого после выбора нужной программы последовательно нажимайте кнопку «Время». Каждое нажатие кнопки увеличивает время приготовления на 5 минут в допустимом диапазоне. А благодаря функции «Отложенный старт» можно установить время начала приготовления. После приготовления автоматически включается функция подогрева. Максимальное время подогрева составляет 24 часа. При этом в мультиварке будет поддерживаться температура 60 градусов Цельсия. После окончания готовки нужно промыть паровой клапан и сборник конденсата. Чашу лучше мыть вручную. Мойка в посудомоечной машине не рекомендована. Итак, мультиварка Supra MCS-4114 подойдет тем, кто ищет компактную помощницу на кухне. Она оснащена 11 программами, функциями подогрева и отложенного старта. Также в ней можно готовить блюда на пару и самостоятельно настраивать время для приготовления по собственному рецепту.